Друзья, пришло время поговорить о функции факториала. Мы видели с вами на прошлом занятии, что количество способов упорядочить трех людей в линию равняется 6. Я вам сказал, что это 3 факториала. Давайте повторим, а может быть заново изучим, что мы знаем о функции факториала. Это наш гость на сегодня. Прежде всего обозначение. Обозначается факториал восклицательным знаком. 1 факториал, 5 факториалов, 10 факториалов и так далее. Нам в большинстве калькуляторов, инженерных калькуляторов, есть такая кнопка, нажимая на которую можно вычислить факториал. Определение факториала. Значит, смотри, определение простое. N факториал, N это некое целое положительное число, равняется 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить та-та-та-та-та, n минус 1 и умножить на n. N факториал – это произведение n положительных чисел от 1 до n, при условии, что n больше 1 и n целое число. Например, что же такое 4 факториала? Это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 – 24. Давайте посчитаем несколько факториалов. 1 факториал – это 1, 2 факториал – это 1 умножить на 2 – это 2. 3 факториал – мы с вами его встречали. 1 умножить на 2 умножить на 3 – это 6. 4 факториал – мы вычислили только что. Это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 – это 24. Сейчас я немножко ускорюсь. 5 факториал. Это будет уже 120. 1 умножить на 2, на 3, на 4, на 5. 6 факториалов. Это 720. 1 умножить на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. 7 факториалов. Это уже 5040. 1 умножить на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7. Как вы видите, факториал растет очень быстро. 10 факториалов мы с вами видели. Это 3 миллиона 600 тысяч что-то там. Я не помню деталей. То есть функция факториал растет очень быстро. Еще один ноль. Если вы пытаетесь вычислить на калькуляторе 100 факториал, скорее всего, получите ошибку переполнения. Итак, вот такая вот функция факториал. У нее есть несколько интересных свойств. Во-первых, 0 факториал, такое тоже есть обозначение, и оно определено равняться единице. То есть 0 факториал – это 1. Так же, как и 1 факториал. Запомните это как факт. 7x и n факториал можно записать с помощью математической записи следующим образом. Буква P, большая буква P, обозначает произведение. Произведение всех целых чисел от 1 до n, и мы их умножаем одно с друг с другом. То есть вот математически краткая запись факториала, определение факториала. Произведение всех а от 1 до n на i. Так же, как вы знаете, есть буква сигма для суммы, есть такая большая буква пай для произведения. Теперь часто нам нужно сокращать некоторые факториалы, например, когда у нас есть дробь. Смотрите, что такое 8 факториал делить на 6 факториал? Ну, давайте распишем полностью. 1, 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8. Это 8 факториал. 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Это 6 факториал. Как вы видите, многие вещи сокращаются. И остается 7 умножить на 8, 56. Соответственно, если вам надо поделить n факториал на n минус какое-то число факториала, минус a факториал, то все, что останется, можно записать следующим образом. N минус A плюс 1 умножить на N минус A плюс 2 и так далее умножить на N. Мы определили факториал для целых положительных чисел и для нуля. В принципе, функцию факториал можно расширить на нецелые числа. Например, можно определить 1 вторая факториал. Что более удивительно, это определение можно сделать с помощью так называемых гамма-функций, которые мы проходить не будем почти до самого конца курса.
Что удивительно, что факториал от 1 и 2 – это корень из π, где π – это математическая константа, равная 3.1, 4, 1 и так далее. 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Потренируйтесь работать с факториалами. Проверьте, что вы умеете высчитывать факториал на калькуляторе и на компьютере.